Добрый день, мои дорогие друзья, это канал Максимадзе, и сегодня у нас моды на игрушку «Как достать соседа», которую присылают подписчики или просто гости канала. И первый мод, на который мы сегодня с вами посмотрим, называется Neighbors from Hell Ultimate Hardcore. Сколько же у нас хардкоров-то уже было, я и сам даже не знаю. Так, ну звуки пока что я вижу, что из хардкор перезапуск. Логотип. Такой вот, еще сзади английский логотип, я не знаю зачем. Сделал его Матвей. Какой-то там, я забыл, если честно. Так, вот здесь менюшка выглядит как в оригинале, давайте посмотрим. Так, ну пока я не вижу никаких отличий, кроме звуков. Даже текст не изменен сверху, который наверху. Так. Так, ладно, пропускаем обучалку. Идем на первый сезон сразу. О, а вот тут уже это самое, как в перезапуске. Ну, почти на самом-то деле. Не совсем. Кухня из перезапуска, все остальное нет. Сосед у нас тут ходит, не бегает, но бегает он с невероятной скоростью. Ходит. А, время у нас, кстати, не включено. Ну-ка. Времени мало, кстати, тут стоит. Но время отключить можно, насколько я понимаю. Так, давайте подождем пока. Пусть сначала пройдет. Я не буду, наверное, включать время, потому что я хочу посмотреть, что автор тут понаделал. Да, сосед бугуртит все-таки, это не как в хардкоре все-таки. Такое чувство, что я этот мод уже видел. Но раз мне чувак сказал, что я этот мод не показывал, то почему бы нет? Ну что-то похожее, мне кажется, я уже видел. Да, время тут подрегулировано под хардкор. Но все же оно здесь немного, его тут немножко побольше, чем в оригинальном хардкоре. У телеэкранчика смотрим дальше. Да, в каких-то комнатах свет есть, в каких-то нет. Но двери светятся все. Вот хардкор перезапуск реально классно сделано, что света нет в комнатах. Ключик лежит. Но двери, к сожалению, все равно светятся.
Можно, в принципе, текстуру дверей тоже затемнить. И будет красиво, на самом-то деле, мне кажется. Вот, кстати, как думаете? Напишите в комментариях, как вы думаете, собирается ли Эндрю Сэм уходить с Ютуба? Поскольку я слышал новость, мы недавно на стриме даже рассказывали подписчики об этом, что после прохождения Far Cry, он его не закончил еще, кстати, до сих пор, уйдет с Ютуба. Far Cry еще не пройден, но видео у него выпускают довольно регулярно. Так что как думаете, уйдет он с Ютуба или не уйдет? Интересно очень. После Far Cry. Но мы лично, но мы, наверное, лично будем надеяться, что нет. Подписчики что-то у него медленно растут, хотя у меня тоже что-то прирост остановился. Стоп, я что, бумагой что ли не измазюкал ничего? Да, я не измазюкал. А, она не показывается? Ну зашибись вообще. Ладно, со следующего раза пройдем. А, блин. Он сейчас опять в туалет пойдет. Да, не очень приятно. Когда он так бежит, он бегает нормально. Да. Так, давайте быстрее испортим, пока... Ну, а теперь можно пилить. Тут видно, что кусок двери еще и заделанной двери досками остался. Так, ну все. Давайте пирог пройдем. Чтобы второй сезон открылся. Посмотрим, есть ли там изменения или нет. Что-то коряво. Мимо немножечко. Надо вот еще... А, окно почему-то ночное здесь.
Надо было что-то с монетизацией сделать. YouTube просто не принимает ее, обвиняет меня в использовании чужого контента, который уже давно убран с канала. Возможно, как-нибудь мы переедем на новый канал. Наберем побольше подписчиков на этом канале, потом создадим новый, переедем на новый. Подписчиков побольше, я имею в виду, чтобы на новый тоже побольше подписчиков перешло, чтобы там тысячу быстро набралось. А то мне Леха рассказывал с канала Чё-то врачу, в котором мы еще в CSGO играли. Говорил, что если 1000 подписчиков набрались меньше, чем больше, чем за год, то YouTube просто пофигу, он продвигать канал не захочет. Это может быть как раз таки с этим связано. Тем, что YouTube мне и отказывает. Леха на своем канале 1000 подписчиков набрал меньше, чем за 2 месяца. Благодаря рекламе. Да. Вот мы жаловались, Вуди возвращается на то, что на наших уровнях дневное окно, а здесь наоборот. Уровень дневной, а тут окно ночное. Так, ладно, давайте просто уровни пока посмотрим. Вот эти тоже. Ух, ничего ж себе. Сбитые сливки лежат. Ну и банный день. Потом второй сезон еще посмотрим, есть ли там изменения или нет. Да, опять на воздухе все торчит. Непонятно почему. Стоп, подождите. А тут все темное, ну кроме ванны, правда. Так, ну смотрим второй сезон. Есть ли тут изменения? Есть. Но здесь нету никаких изменений, кроме как локации. Локация просто жуть какая страшная. Так, у нас кнопка пауза же есть. Так, ну тоже можно все это разглядеть. Двери корявые, конечно, ну и пофигу. Смотрим дальше. Нифига себе, кухня страшная какая. Я убил кого-то, сосед. Еще кого-то убил. Кстати, смотрите, тут даже ночь нормальная. Видите, тут луна нормальная, прям как к концу универсии. Жалко. Вот жалко будет возвращается. Так не сделать. Так, и вот этот уровень еще. Посмотрим и закончим с этим модом. Луна, кстати, красиво выглядит. И вот это тоже. Еще кого-то убил. Кошмар. Ладно, вот такой вот модик, короче, вот у нас сегодня был. Мы еще с вами на один посмотрим. А как бы нам этот с вами оценить? Блин, вот я даже оценочку даже не знаю, какую придумать. Этот мод я поставлю под знак вопроса. Потому что тот случай, когда ты даже не знаешь, что поставить. Работа
Какая-то, конечно, была проделана, но не сильно много. Кроме звуков и вот этих вот локаций, больше никаких изменений нету. Ну и кроме скорости соседа. Мод неплохой, конечно, но все-таки знак вопроса. Надеюсь, автор не обидится. Ладно, переходим к следующему моду. А второй мод у нас называется «Когда сосед в стиле Cuphead». Cuphead достает соседа. Обновление. Обновление, и сейчас мы его с вами посмотрим. Также автор снова попросил заглянуть в папку «Бонус», там что-то говорить новое. Такие вот дикие звуки. Средняя сложность, но это типа время. Так, это все стираем. Тут с прошлого мода осталось. Так, давайте посмотрим. Смотрите, даже локации поменялись. Ух ты, спасибо большое. Вот это вот, вот этих картинок я не помню. Смотрим дальше. Так, здесь коряво, конечно, Эндрю Сэмп, только почему-то без глаза. Рановато еще пока. Да, вот, тоже Эндрю Сэм, правда, там, где глаз, можно прессовать. Прикольно, прям вообще. Дикий Эндрю Сэм получается. О, на портрете тоже порисовать можно. Офигеть, как классно просто. А теперь нельзя. А погоди, там что-то было написано? Это недоработка, это собенность. О, даже при... Смотрите, оно при победе даже сияет. Прикольно. Типа в честь победы. Выйти, я не знаю, что это такое. Ладно, тут... Ладно, локацию мы видели, давайте уже... Приходить. Запомни, ты можешь перейти на следующий сезон, как только пройдешь все уровни на высокий рейтинг. Неужели надо все уровни проходить? Так, ну тут локация не поменялась. Только немножко изменилась этот... Контрастность изменилась чуть-чуть. Также пройдем три уровня. Надеюсь, что второй сезон откроется все-таки. А
Хотя, судя по описанию, не факт. Ой, а чё так долго-то? Телеэкранчик. Не забываем про туалетную бумагу. Топор парирования. Здесь локация тоже не поменялась, но это... Тоже изменился контраст, и еще это... Качество ухудшено, как видите. Не знаю зачем. Просто чтобы было какое-то изменение. Видимо. Что ж так долго-то? Вряд ли у этой музыки авторские права есть. Если прислушаться, то можно расслышать саундтрек из «Когда соседа 2». Самодельная музыка, видимо. Да, немножко что-то в текстурках застревает наш персонаж. Так, ну и также пирог проходим. О, а вот тут уже... Здесь седан. Какой-то эффект цветовой наложен тоже. Здесь уже изменения более заметны. Ha ha ha.
Пол пирога черно-белый. Открылся, смотрите-ка. Ну давайте сначала эти посмотрим, уровни оставшиеся. Да, здесь тот же самый эффект, что на прошлом уровне, хотя, но качество, как видите, тут хуже все равно. Смотрим этот уровень. Понятно. Так, здесь единственное, что изменилось, это попугай превратился вот в кукушки. Но это мы еще в первой версии видели. Ну, только одна анимация. Мешки некоторые стали такие вот пурпурные, еще вот здесь холст у него розовый, еще тоже, нет, пурпурный был. Ну здесь Вуди в самолете и персонажи Капхеда еще какие-то. Так, смотрим дальше. Зонтик вот такого цвета стал. Здесь тоже летающие йети. Как их там? Ну и обоссанная кровать, под которой, как ни странно, можно спрятаться. И кофе. Хрюшечку смотрим. Какой-то снег там идет. Прикольно выглядит. Зимний уровень, это классно. Выглядит довольно красиво. Ну и, наконец-то, пикничок. Здесь мерцание тоже.
Короче, вот такой вот мод. Третий сезон, до него добираться долго не будем, наверное. Смотреть его? Ну, можно хотя в папки заглянуть, посмотреть. Хотя... ну, не знаю, наверное, посмотрим. Ладно, короче, как бы нам оценить этот мод? Так же, как при первой версии, плюс. Что тут сомневаться? Ладно, пора заглядывать в папку бонус. Итак, мы в папочке с игрой. Давайте посмотрим сначала дома. Ух ты, тут Гарри есть и еще кто-то в небе. Прикольно, прикольно, нафиг. Это у нас... так, ну здесь ничего не изменилось, кроме того, что тут стоит Вуди. Непонятно зачем. Это... ясненько. Этот... так, нет, это первый сезон. А, этот... а, так вот откуда мерцание происходит. От того, что текстурки нету тут вообще. Вот почему. Отлично, мы узнали секрет. Возможно, в создании своего мода мы его применим. А может и нет. Где еще один уровень из третьего сезона? Вот он. Ладно, а теперь давайте заглянем в папку Cuphead, посмотрим, что здесь. Хотя нас просили заглядывать в папочку бонус. Ну это, видимо, анимации просто. Давайте в папку бонус зайдем. Во-первых, список. Список модов. Наркомедия, когда стать Вуди Хардкор, Cuphead. Все это мы с вами играли. Мем Эндрю Сэма. Понятно. Коктейльчик. Это мы с вами видели. Из моего FNAF мода. Понятно. Да. Это из Тирекса. Ох, бомбило у меня от этой игры на стриме. Сложная, капец. Анимация. А это у нас что? Шарики и... а, так вот откуда такая анимация была взята. Это из этого. Не знаю, извините, если испугались. Звук, наверное, громкий был. Так, делаем тише. Нарезочки пошли. Нарезочки. Давайте посмотрим еще раз. Шарики и... понятно. Да, смешно. Ай, блин. Ой, зачем я закрыл? Опять. И опять. То же самое все. Ремикс. Давайте его оставим, пусть играет. А Вуди в одежде Cuphead. Классно. Смотрим дальше. Это было. Но это тоже мы видели. Этим нас уже не удивишь.
Что оно не открывается-то? Ну блин, зависло все. Короче, все зависло, пришлось перезапускать архив. Так, музыка выключилась. На чем мы остановились? Сплэшер. Это тоже было. Теория Эндрю Сэм. Фанат Plants vs. Zombie. Я нет. Это типа дом соседа. Пусть тоже играет. О, да. Ну, это тоже все было. Этим нас уже тоже не удивишь. Но мы посмотрим. Все. Вдруг что-то новое есть. Да, это мы с вами помним. А тут три уже. О, вот здесь, кстати, изменения. Нос изменен. Ой, что это открылось, я не понял. Лагучая программа. Так. Дальше что? Это вроде бы не было. Этого не было. Вроде бы. Так, для Максимадзе. Если это прочел Максимадзе, то какое-то мнение об игре Cuphead? Я вам уже рассказывал свое мнение. Когда лайвстрим? Ну, может быть, скоро. Надо будет марафон по модам еще запустить. Если это почел друзьям, спасибо, что играешь в Cuphead. Сделай еще прямую трансляцию Cuphead. Прикольный ремикс. Смотрим дальше. Авторские права возможны, тогда не будем запускать. Рисковать не хочу что-то я. Вот Эндрю Сэма хорошо нарисовал-то. Джо, который абсолютно я видел под... Начинался... Я видел мод, начинался так же. Хорошо. Рекомендовано прочитать после прохождения мода. Все, что вы могли не заметить в моде. Есть глючные текстуры для рисования. Это было. Я помню. Изменены все задние фоны. Да, это мы заметили. Рекомендовано прочитать сюжет в первом обучении... первом уровне, первого сезона, последнем уровне. Блин, я не прочитал. Извините меня за это. В третьем уровне второго сезона можно взять кнопки два раза. Да что ты глючишь-то, ё-моё. В клетке лежит монета. Уровни ванны... Время ванны, в холодильнике два яйца. Два ключа от клетки. Только игроки или фанаты Cuphead поймут некоторые объекты розовые. Да, вот я не понял. Потому что я в него не играл никогда.
Что тут дальше? Если чашка голов делает пакость дольше, это мини-босс. Обалдеть. Демо-версии некоторые уровни обучения и первого сезона отличаются. Это мы заметили. Некоторые описания предметов отличаются. К примеру, пилы. Да, тоже посмотрели. В папке дата можно посмотреть прайты. Тоже. Это мы тоже с вами сделали. Ну что ж, вот такая вот папочка бонус у нас сегодня была. Такие вот два модика у нас сегодня были. На сегодня все. С вас лайкос, подписосы. А с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримовский канал, также, чтобы не пропускать прямые эфиры. Также забывайте в группу ВКонтакте. И всем пока.